День знаний в Иванове побил все рекорды по детской дорожной аварийности. В городе произошло сразу три серьезных ДТП с участием несовершеннолетних. В результате одного из них погиб 16-летний подросток. На парковке у торгового центра молодые люди, не имея водительских прав, дрифтили на «Ладе» шестой модели. В момент, когда один из ребят высунулся в окно, машина опрокинулась на бок. Подросток оказался придавленным машиной и скончался в больнице. Это первый в этом году случай гибели ребенка в ДТП, зафиксированный в Иванове. Хотим обратиться к родителям. Начался новый учебный год, дети пошли в школу. Будьте повнимательнее со своими детьми, повторите с ними правила дорожного движения. У кого есть дети-подростки, конечно же, следует напомнить о том, что нельзя кататься на скутере, не достигнув возраста 16 лет. И даже достигнув этого возраста, нужно знать правила дорожного движения, управлять скутером в мотошлеме, естественно, избегать занятий дорожным хулиганством со своими друзьями, следить за тем, с кем ваш ребенок общается. Ну и детям, конечно, же тоже вспомнить правила дорожного движения, переходить дорогу там, где следует нужно кататься на велосипеде и смотреть всегда по сторонам, потому что машина может выехать в неожиданный для ребенка момент.